седьмой раз на стадионе форштадтской школы прошли соревнования по лыжным гонкам «Спринт». Администрация поселения учредила подарки и специальный кубок за массовость. Команде школы наиболее массово представлены на лыжном празднике. Хорошая погода способствовала тому, что учащиеся показали достойные результаты на лыжне. Самыми интересными забегами в программе спортивного мероприятия стали состязания старшеклассников. Эти соревнования оказались одними из массовых за последние годы. На старт дистанции 800 метров вышли 137 участников. По задумке организаторов, каждого участника соревнований наградили сладким гостинцем и напоили горячим чаем. А самым массовым коллективом, представленным на гонке, стали хозяева, сплоченная команда форштадтской школы. И ребята по праву получили из рук Анатолия Катрухина кубок главы форштадтского поселения. Организаторы выражают благодарность за хорошую организацию седьмого традиционного спортивного праздника главе поселения, общественной организации «Опора России». Администрация поселения наградила призеров памятными кружками. Победители и призеры соревнований от Управления физической культуры и спорта Верхнеуральского района были награждены красивыми кубками и медалями. Все участники получили хороший заряд бодрости и прекрасного настроения.